Мисс Харизма! Погребняк Татьяна! Мисс Очарование! Хабиева Лаура! Мисс Естественность! Бадова Полина! Мисс Интеллект! Рахманова Екатерина! Мисс Позитив! Беляцкая Валерия! Мисс Загадка! Новокрещенного Ирина! И мисс Скромность! Чусовлянова Дарья! Ну, нам уже известны имена первой лицемицы, второй лицемицы и мисс Алисы 2016. Ольга Юрьевна, вы будете дарить специальный приз? Ну, тогда мы приглашаем вас! Директор нашей школы, Ольга Юрьевна! И красота, и ум, и, может быть, внутренняя красота, она даже более как-то ценится, чем внешняя. Это просто так, на заметку. Будьте естественными, будьте настоящими всегда. И сегодня я хочу от себя лично выделить две девочки, которые мне понравились. Это мое субъективное мнение, да простите меня, если кого-то я обижу. Вот, просто мне понравилось, как держались, как говорили. Мне нравится все. Но еще это просто сегодня мне эти две девочки очень понравились. Я хочу, попрошу сделать два шага вперед. Это Рахманова Екатерина и Золотцева Лада. Благодарственное письмо. Администрация школы выражает огромную благодарность выпускнице школы 2013 года Петровой Ульяне за активную помощь в проведении организации школьных мероприятий. Ну и, конечно же, дорогие мои, этот праздник бы не состоялся, если бы у нас не было такого замечательного председателя совета старшеклассников школы, организатора, ведущего инициатора Алфенко Анастасия, лучшая ведущая! Потому что... Итак, второй вице-мисс становится...
2016 достается... Маша! Девушки, имя которой... Маша! Тихо! Топором!